И, знаете, жизнь заканчивается, и все, уже никто не смотрит, никто не берет и так далее. Очень хороший есть семинар, очень хорошие были рекомендации по данному семинару, который назывался «Быстрое замужество», особенно вторая часть 2022 или 2023 года. Там очень хорошие методы и техники. Вот если его практиковать, замуж выходят люди 100%. Мужчина ищет в женщине что? Мужчина женщине видит только сексуального партнера. Поэтому как преподнести свою сексуальность, это должно быть одной из самых главных забот, которые должна женщина ставить на первое место. Не ум, ничего, а именно сексуальность. Каким образом проявляется сексуальность? Ну, посмотрите на картинки, которые смотрят мужчины. Это наличие красивых волос, это наличие накрашенных глаз. Это наличие, может быть, гладкой кожи, это наличие красивых ногтей. Это желание женщины видеть в мужчине партнера. Вот если женщина видит в мужчине партнера, что очень сложно, сексуального при этом, то тогда легко выйти замуж. Если она еще и может одновременно и партнера видеть, и сына в нем, то есть это проявляется еще и в заботе, еще и восхищается в нем, то тогда гарантия такая, стопроцентная. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что уже на нашем сайте я выложу в скором времени ссылку на обновленную вторую ступень эзотерической школы Кайлас 2024 года. И можно будет пройти обновленную ступень уже очень скоро.